Боец в синем углу, firing out of the blue corner. Ему 32 года, рост 172 сантиметра, вес 66,3 килограмма. Профессиональный рекорд 12 побед при 5 поражениях. Ladies and gentlemen, he 32 years old, standing 172 centimeters tall, official weight 66.3 kilograms. His professional record 12 victories and 5 losses. Из Ташкента, Узбекистан, приветствуйте Авиахан Кампидор! Его завернее к красному углу. His opponent, fighting out of the red corner. Ему 25 лет. Рост 172 сантиметра, вес 67,3 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед при 2 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 25 years old. He stands 172 centimeters tall. Official weight 67.3 kilos. Professional record 16 victories and 2 defeats. Из Красного Россия Фотон Саид Магомед Патукаев. Рефери Виктор Кардеев. Стоим в углу, Виктор Корнеев рассудит Саида Магомеда Батукаева и Авлиахана Хамидова. Статистика на ваших экранах. На 7 лет помладше Саид Магомед. И при этом у него чуть больше поединков. В углу, кстати, у Саид Магомеда Мансур Хатуев, который сегодня также проведет свой поединок. Кроме этого, Шамиль Бекаев и главный тренер Мурат Бичуев. Лоу-кик на лоу-кик. Ой-ой-ой, неожиданно. Активно начал эту встречу Авлиахан Хамидов. Опять же, вес позволяет нам сейчас говорить о высокой скорости действий, и это отрадно. Да, полулегкая весовая категория. Конечно же, с нетерпением ждем поединка Ислама Омарова и Алексея Полпудникова. Его увидим совсем скоро, 25 числа в Краснодаре. Не пропустите. Батукаев давит. И есть задача абсолютно точно здесь из угла поработать. И вертушка. Здорово от Саида Магомеда Батукаева. Сразу же читается стиль, в том числе и Магомеда Бибулатова. Естественно, из эфира в эфир мы с тобой, Ром, это повторяем. Но эти удары с вращением действительно великолепны и отточены. Просто до автоматизма по корпусу. Хлестко пробивает Саид Магомед. Показалось мне, что вот-вот сейчас вторая просто печень в кавычках может случиться за сегодня. Но нет, защищался Авлиахан. Теперь давит он. Теперь уже сам пытается по корпусу в таком же стиле пробить. И на самом деле является достаточно агрессивным спортсменом, который может выписать здесь очень хорошее попадание. Ну и, возможно, Батукаев желает немного провалить из себя оппонента. Мимо. Да, который раз, кстати, по ближней ноге не попадает в Авлиахан. Сейчас пошел вперед Саид Магомед. Аккуратно перехватил инициативу. И, да, очередной удар с вращением. Ну, низковато бил, кстати, Батукаев. Там опасно было, в пах можно было попасть. Но нет, здесь меняет стойки Саид Магомед. И в левше, и в правше. Хлестка как по ближней. Тем не менее, пытается Авлиахан сократить дистанцию и запереть соперника. Сам пробивает лоу-кик. Видно, что есть определенные преимущества в скорости у Саида Магомеда Батукаева. Тем временем неплохую комбинацию притворил в жизнь Авлиахан. Но он защищался. Боец, представляющий клуб Ахмат. Да, рука на месте всегда. Хорошо комбинирует Хамидов. Пытается за счет джеба теперь поработать. Не позволяет ему приближаться вот этими сайдкиками. Батукаев опять раскручивает. Ну и Авлиахан тоже показывает, что может работать и с правши, и с левши. Немножко прямолинейно действует иногда Хамидов. И ему из угла показывают, мол, раскачивает. Той же ближней рукой немножко вот так обозначаем. Вниз, вверх, вниз, вверх. Чуть больше 2 минут до конца первого раунда. И будет борьба у нас. Заходит в нее. Ну, парни. Налицо ошибка здесь была. Задержался и прихватил очень здорово Батукаев. Пытается пересесть в боковой контроль. Ну, пока хавгард. И смотрим по ударам ногами. 8-5. Неплохие цифры. За первый раунд. Даже за первые 3 минуты.
Сумеет выбраться здесь в левый. Контроль нот от Батукаева. Настаивает на том, чтобы именно резким движением вставал из угла, но... Травма. Ой-ой. Что такое? Все время. Вылетел локоть и... Сидим. Сейчас врач подойдет. Или... Палец сломался. Говорят... Да, палец сломан. Сломан палец, да? Finger broken. Соответственно, спортсмен не может продолжать встречу, и тогда засчитает победу Саидмагомеду Батукаеву техническим нокаутом. Да, вот сейчас уже видно мизинец, да, я так понимаю? Как же жаль. Как же жаль, я думаю, всем, кто сейчас болеет и переживает за Авлиохона, но Абатукаев выигрывает. Таковы правила. Не может продолжать спортсмен, значит, нужно именно констатировать такое решение. Ножницы. Вот сейчас джентльменское поведение со стороны Батукаева. Подает он ножницы, которые ему передали через сетку. Вот это очень, очень здорово. Мы же смотрели повторы как раз того момента, где и случилась эта досадная травма. Да, видимо, и второй поединок у нас закончится в первом раунде, но здесь требуется реванш. А, все-таки безымянный, да? Сломан. Да, открытый перелом, друзья, там. Конечно же, бой продолжать нельзя. Да. Здоровье, безусловно. Сейчас медики быстро отреагируют на эту ситуацию, ему помогут и направят в травмпункт. Так что все будет хорошо. И, опять же, обменялись они фразами с Батукаевым. Очень здорово. Так или иначе, Саидмагомед Батукаев поддерживает 17-ю победу в карьере. Время остановки боя 3 минуты и 29 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 3 minutes and 29 seconds of the very first round. В связи с получением травмы и невозможностью продолжить поединок с соперником, техническим нокаутом победу одержал. Due to injury and inability to continue the fight with opponent, your winner by technical knockout, Саидмагомед Батукаев! Россия! Грозный! Поздравляем Саидмагомеда с этой победой в любом случае и, возможно, увидим реванш. Фото, дорогие друзья!